Здравствуйте! Сегодня я поделюсь с вами рецептом приготовления домашнего печенья. Нам потребуется 2 яйца, пачка маргарина, мука, сода пищевая, крахмал и сахар, а также любой фруктовый джем. 3 стакана муки просеиваем в миску. Пачку размягченного маргарина порежем небольшими кусочками. Кусочки маргарина кладем в миску к муке. Теперь надо муку растереть с маргарином руками. Грамм сахара добавляем в муку, растертую с маргарином, и все перемешиваем. Далее добавляем 2 столовые ложки крахмала и 1/2 чайной ложки соды. И все перемешиваем. Далее взбиваем 2 яйца. Добавляем их в наше тесто и все аккуратно перемешиваем ложкой. Далее выкладываем тесто из миски на стол и вымешиваем его руками. Наше тесто готово. От теста я отделила небольшой кусочек, его надо положить в пакет и отправить в морозильную камеру минут на 15. Оставшееся тесто раскатаем скалкой по форме небольшого противня. Тесто перекладываем в противень и равномерно распределяем его руками. Фруктовый джем выкладываем на тесто и равномерно распределим его ложкой. Достаем кусочек теста из морозильной камеры и будем натирать его на крупной терке на джем. Поставили противень в духовку и будем выпекать при температуре 200 градусов по Цельсию.